ребят, летим в Липецк. Смотрите, какой туман. Туман лютый. Тринашка едет в 48-й регион. Погнали. Нет, я даже никого не обгоняю, потому что это невозможно. Тем более на 4 парах накачанных. Надо было, конечно, поменьше накачать, там 3 на 4. Так, все, ребята, долетел я до Липецка за 5 часов. Вот, я тут гулял, насколько я помню. Ночью он туда шел. Все, ребят, добрался я до места назначения. Что у нас тут? Все нормально, по тачке. Доехали без проблем. Очень жестко на этих колесах, я вообще умер просто. Здравствуйте. А что ты раскатываешь? На моем тачку сфотки. Сфотки надо тачку помыть. Заселился я в хату. Прихожая, тут колесо принес свое. Здесь у нас туалет, ванная. Короче, идем дальше. Картина. Кухня вот такая вот. Я тут пельмени сейчас буду себе делать. Кипячу воду. Такая вот кухонька. Без окна. Идем дальше. И вот комната. Здесь сплю. На диване разложено. Он скрипит, но более-менее удобный. Такой уже прохудившийся. На этом диване, наверное, ни одна бабка уже умерла. Завтра у нас сходочка, поэтому ждем сходочку. Так, ребят, у нас сегодня суббота, и уже начались липецкие движения. Экскурсия по Ривьере, по парковке. Смотрите, ребят, девяточка, с вами бы доверяем, я ее на автобезумии еще видел, вот. Но она такая подушатанная, но вид имеет, короче. Ну и это сейчас все дело время, сейчас это все восстановится. О, здорово. Да, там ребят сидят. Вот, этот, как его. Вот, короче, если ее помыть, она вот, вид вообще вот... Бэтбой? Да, ты что, бэтбой, это вообще самое. У меня тоже, нахуй. Если ты еще заметил, снизу есть губа специально, короче. У меня такая же. Все спрашивают, как эту губу, короче, сделать. Это не куки от приора. Короче, берется просто обычный бампер девятки, понял? И на саморезы крепится к нижней части, ну типа смотрится. Заколхожено, да, типа? Почему заколхожено? Вид же имеет. Да, но у меня приора от Шевроле Круза, вот. Пьец или свинец? Да, я ничего не слышу тебе.
фонаре? Нет. На вторым не брал, специально подают. А у меня с этим фонарем 21.07. Половина уехала, вон ребята подошли, сфоткались. Сфотка только завтра, а уже тут движуха. Да. Вот это мне нравится. Тебя как зовут? Андрей. Андрей в полотенце. Привет. Ну выглядит как полотенце. Максим, давай обзор на твою пятнашку. Какой, что рассказать? По доработкам чем? Ну не знаю, просто как вообще пришел к этому? Почему пятнашка, не четырка? В детстве чисто случайно попал на сходку, увидел много тачек на пне. Понравился, ладей с ними зависал. И думал, типа, вот тоже вырасту, захочу такую штуку. Но когда вырос, уже появилась машина, первая пятнашка была. Как-то это. Не думал, ну, я думал, что ой, дорого, типа никогда не поставлю. Но потом как-то вот случайно, чисто сначала запилил ее просто, а потом пневму нашел комплект. А где молдинг? Да, отвалился. А что, будешь ставить-то? Да, да. По внешке буду заниматься сейчас, после Нового года, доделать все. Почему не пятнашка? Да у меня друг, у него черная пятнашка, моей. И раньше вообще пятнашки не нравились, а это как-то вот у него появилось. Также, ребята, у меня на канале проходит розыгрыш ВАЗ-2109 среди зрителей. Как раз она сейчас делается. Мы меняли дверь. В общем, приводили ее в порядок. Чтобы ее получить, нужно подписаться на мой канал, подписаться на мой инстаграм, а также сделать депозит на сайте Avalon LTD. А на Avalon LTD вы получаете 1,3% в день от вложенной вами суммы. 100-200 рублей и можете выиграть машину. И четвертое условие – это оставить комментарий с ником своего инстаграма под видосом про покупку девятки. Ссылочка на этот видос будет в описании. Пятое условие – поставить лайк на видос про покупку девятки. Буду благодарен вам, если примете участие. Плюс реальная возможность выиграть девятку в ухоженном, хорошем состоянии. Более подробная информация насчет розыгрыша будет в описании под видео. Ссылочка, видос про покупку девятки. Там все условия конкурса. Так что всем удачи! У меня плита вот эта, она не кипятит воду вообще. Заехал к Сереге, к ребятам в гараж. Они мне вскипятили воду. Я у них сварил пельмени. Поел у них пельмени. Из чайника налил воду сюда, чтобы они... Ну, потому что они остыли, 4 часа нас не было. Вот такая вот жизнь по-липецки. Москвичи в Липецке выживают. Так, ребята, просто в шоке. Сегодня у нас воскресенье, и я выхожу и вижу снег на моей машине, а я на лете. Ну, вроде бы асфальт полусухой, я еду очень аккуратно. Сейчас еду на встречу со зрителем, с подписчиком, он приехал из другого города и говорит то, что у него не получится на сходку прийти, потому что он уезжает уже в 4. А сходка у нас вообще в 5 по плану. Ну, вот, поэтому еду сейчас на встречу с ним. Первый снег встретил я в Липецке, в общем, в Москве у нас его вроде еще не было. Ну, так, чуть-чуть. Сейчас у меня прям вся машина уже в снегу, еще до сих пор. Говорит, что любит, ворона насрала на меня, сейчас надо помыть бричку. В общем, ребят, встретились с Колей Владом, они приехали из села, получается, Липецкая область, да? Да, Коробов. Сколько километров? Ну, где-то километров 60, 60, наверное. Ну, немного. Я вон 480 проехал. Ну да. Вот. Сидим, пьем пуэр, короче. Заварю пуэрчик покрепче, как Баста читал. Так что, ребят, вышли из небесного дракона с ребятами. Напоили меня чаем, подарили пуэр. Идем, очень похожа улица на Каширскую, где я жил тоже. У нас съемки будут у одногруппника дипломного фильма. И мы в Каширу ездили локации утверждать. Очень похоже вообще все. Намного круче, да? Чем на видео. Даже грязная. Вообще, да ты чё, да какая грязная. Ничего себе, припарковалась. Автомойка Бумеранг 48, заехали. Я буду мыть стринаху, она такая грязная. Бесплатный чай, бесплатный кофе. Вообще приятно. Ну, ценник, потому что на комплекс, мне сказали, 1000 рублей дороже, чем в Москве. В Москве 750 стоит.
Сейчас залетаем под руки вверх, а он тебя целует, говорит, что любит на сходку. Дед там хуй опасный такой. Да, я думал, это Липецк работал. Вижу издалека, на кольце Ривьеры, б***ь, уже два экипажа стали. Я такой ебаный рот, вот сейчас напротив Ривьеры. Ну чё, они съебались, да? Здравствуйте. Как жизнь? Ну это, я думаю, в конце парковки надо. Ладно, да вот сюда. Почти у колеса огромные Ребят, смотрите, панель от чего стоит? Opel Vectra. Охренеть. Ну да. Сейчас, думаю, рулит Prior 2 еще подкнуть. Да. Зато музыки нет. На сходочку съездил. Тут стоял Прок, две 16-ки были. Когда там. До 15 августа. Я ж музыку продал, съездил на сходку. Вот, ребята, это девятка чувака, который в Москву поехал без прав и еще вел колонну первым. Просто молодец. Было страшно, но зато с кайфом. Прокатились. Здравствуйте, уважаемый. Как жизнь? Ребят, короче, пятнаха Максона. Очень душевный парень. Оказывается, он меня еще с двенахи смотрит. Короче, пульт. Ну, прикольно. Пятнаха, короче, в минуса уходит. Манометр. Наверх. Топовый контент. Переводим деньги. Короче, топовая реклама Time Turbo. А у меня же кот. Всем клеим смайлики. Сходка Мандарин Тюб в Липецке. Там холодно. Шапку хочешь там? Нет. Перчатки. Администратор ушел, мы тут решили остаться. И сейчас вечером уже должны другие подъехать. Суета Липецк там, ну, сейчас возможно. Готовится. Да, сейчас будет у нас вторая волна, так сказать. Так, разыгрываем дельфина на капот. Вот. Вот ребята стоят, думают,
Как же долго вопросы не задает человек. Какой профиль резины на тренажке? Во. Блять, не смотрите, не смотрите. 35, да? Нет, да. Да. 35, по-моему, не бывает. Бывает 17. Это уже вообще там. 165-40, 16, да. Это шлифованный хром называется. Закончились, разъезжаемся. Кто хочет, может сесть, навалить свою музыку. Там это провод есть и Bluetooth тоже. Так, ребят, сейчас будем на колени кататься 170 сил. Что, надо пристегиваться? Калина Спорт. А мотор тут 16 шнарь, да, получается? Да. Шнарь? Да. Склагатур бабули. А? Склагатур бабули. Да. Дрифт нахуй на передний. Не, ну громко, но не, ну нормально. Как бы приятный звук, хоть и громкий. Я пешком дойду. Липецк, ребят, наводит суету, вон флаг. Повесили на стол, говорят, рекламу не запрещено размещать, типа. Все, кто меня предал, я объеду мигом. Я не богатей, но хочу много тратить. Еду на ладе, еду на ладе, еду на ладе. 11 часов, сходочка закончилась. Вот, едем с Максоном на улицу. А на улице у нас снег. Просто снег, вот. Просто снег. Просто снег! Я 500 километров от дома, а тут снег! Да уж, кайф. Вон все дрифтят уже.
Как я завтра поеду? Что, нормально тормозит? Очень круто. Ты ночью завтра поедешь? Утром. Утром? Да, наверное, нет, ты, наверное, попадешь. Карета, мы не видим света. Мы видим на пути преграды, для других их нету. Мы создаем себе проблемы сами, но вид такой у вас, за что не передать словами. Для родителей мы дети, для ментов бандиты. Благодаря ТВ-эфирам стали знамениты. Правда, представили тогда нас в не лучшем свете. Весна, Сургут, навряд ли ты забыл об этом. А помнишь БПА? Ну да, есть что вспомнить, когда цитировал мой рэп тот, кто пилил рессоры. Потом насмешки комментатора и видео от ответ, прости меня, что я не записал тот трек. Теперь весна уже 2014. И снова массовый сходняк будет по всей России. Без посадки авто нет, все на строгом стиле. Диман Брюханов из ЧБ снова в прямом эфире. С утра, понедельник, 16 ноября, доброе утречко. Сейчас собираюсь и выезжаю уже домой в Москву. Подморозило. Капец. Как ехать на летней резине? Выезжает тренаха из Липецка, пока еще более-менее чистая. Вчера всем клеил вот такие вот наклейки, кто приезжал на сходку. Поехали. С Богом. Для Москвы. Ну все, ребята, вон я заехал к Олегу попрощаться. Да. Я держу путь на Москву. Хорошей тебе дороги. Спасибо большое. Спасибо за наклеечки. Да, Warriors Electronics и смайлики. И смайлики, да. Сейчас пойду на девятку клеить, прогревать, тоже по делам поеду. Давай, ставь зимнюю резину, все ставьте зимнюю резину, потому что в Липецке уже зима. Ну, вообще трындец какой-то, на улице минус 6. Да, а я на лете. Да я тоже на лете, она мне еще немного лысоватая вообще. Ну, я еду сейчас 500 километров домой, пофиг. Да. Аккуратненько. Так что давай, да, поаккуратнее, хорошей тебе дороги. Давай, все. Хороший ты парень, от души что? За знакомство рад. Я тоже рад знакомству, вот. Так что этот, если тебя есть что ждет, приезжай еще. Вот. Ну, вы тоже в Москву приезжайте, у нас повеселее, покрасивее. Летом, я думаю, приедем. Да, давай, на фестивалях всех едем. У меня 11-я на турбе будет, скорее всего. Вообще, лучше буду ждать проект. Все. Я полетел. Все, давай, Олег. Че, давай этот, как доедешь, напиши. Вот сейчас еду аккуратненько, потому что минус 5 градусов, а у меня летняя резина. Но я хотел на камриках показать машину. На камриках она соска. Ехать 5 часов 18 минут. Пью-пью-пью, роли на руке. Роли на руке. Я не Всем привет, ребят, вот я уже и в Москве, переобулся на штампы. Вчера была сходочка, кстати, у нас местная. А сейчас хочу выразить благодарность всем тем, кто был на сходке в Липецке. Офигенно время провели, надеюсь, не в последний раз, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк на видос, подпишитесь на канал, зовите друзей. Также завтра я начну снимать серию про дельфина, про доработку плат задних фонарей. Подпишитесь на инстаграм, чтобы не пропустить всякие пасхалки. Также не забывайте участвовать в розыгрыше ВАЗ-2109, ссылочка про покупку девятки тоже в описании. Не забудьте, ребят, палец вверх поставить, оставить свой комментарий, жду вашего актива. Всем пока!